высокопологих, ты наполни душу вдохновением. Миражи заманчивой картины будут на пути твоем встречаться. В их раскинутые паутины не спеши наивно попадаться. Встретятся в пути такие люди, что предложат злато и богатство, но при этом нужно тебе будет с чистотой и правдою расстаться. Может, путь пройдет через пустыню, и не будет где воды напиться. Ты всегда имей с собой святыню, пред которой будешь ты молиться. Встретятся, быть может, на дороге люди, надевающие маски. Очутишься на вулкане, лаву извергающим и пепел. Не останься ты на заднем плане, будь справедлив и храбрый светел. Или попадешь ты в сад душистый, где древа плоды свои приносят, где вдохнешь ты грудью воздух чистый, не бросит. Или в гавани без бури ветров ты свой путь нелегкий остановишь, и наполня мысли думай светлой, жизнь свою затишью уподобишь. Мы стремимся все в небесный дух,